можно повнизу купил. А вы что будете? Так, раз, два, три, вместе. Держи, тихо, мои хорошие. Их уколоть сразу, нет? У меня нечем уколоть. У нас нет наркоза. Поэтому мы делаем это все сюда. Только тихо, мои хорошие, тише. Тише, тише. Может, можно схватить? Тихо, тихо, не надо. Подстраховываете меня. Так, смотрите, сможете завязать мне морду внизу. Вот так, раз, накинуть на морду и завязать внизу. Сейчас, сейчас, подождите. Осторожно, руки близко не подносите. Так, еще раз, завязка должна быть внизу морды. Вот так. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Завязывайте. Туго, туго, сильно, сильно. Еще сильнее. И быстро узел делайте. Пусть, пусть, скорее. Но не на бантик. Бантик мне нужен. Он и нет, вы не поняли. Мне сюда бинт нужен. Назад, за шею, чтобы. Стойте. За голову. За голову, чтобы завязать. Вы не поняли. Развяжите. Где кончик? Ну, кончик. Там практически. Я и говорю. Вытаскивайте кончик мне. Где он? Какой из них? Не трогайте за бокс. Слабо завязали, у нас прокусит. Эдик, иди сделай. Сейчас давай нож принесу. Не надо, тихо, все. Давай, Эдик, другой вид. Этот самый. Сейчас.